Я, в общем, пока мы болели, не снимала влоги, но снимала разные кусочки, которые мне хочется собрать в такой период. Может, даже в один влог это все получится. Так что я сейчас хоть и из прошлого, из 10 числа, но вижу, что кусочков много, поэтому их соберу. В общем, мы болели, как вы уже поняли, я думаю. Вот, мы болели, поэтому не было настроения, не было сил снимать, но были какие-то прикольные моменты, которые я запечатлела и хочу с вами поделиться. Так что один из тех, это когда у меня еще в самом начале месяца, это было 2 число, у меня ужасно болела спина, но было так скучно лежать, просто то, что ты болеешь, ничего не хочется, просто лежать надоедает. И Игорь даже ради меня опустил компьютер, я даже для вас снимала, вниз к матрасу опустил мне, чтобы я поиграла в Sims, так что это кусочка тоже вам ставлю. Всем привет! Я не снимаю влоги, ушла на перерыв, но я должна это заснять. Это настолько прикольно. В общем, у меня болит спина Много очень такого, да? сильно. Да, у меня очень сильно болит спина, мне тяжело сидеть. Обострилась еще, плюс мы с Игорем оба болеем, температурим. Я очень хочу играть в Sims, потому что днем сделала всю работу и уже устала просто лежать. А сидеть мне очень больно и вставать. И посмотрите, что сделал Игорь. Он, короче, мне сюда притащил системник, монитор на кровать. Я лежу на полу на кровати, но на нашем матрасе и играю в Sims. Еще мне семечек принес. Вот. Так что, вот. Вообще, я в шоке. Видите, как он придумал для меня. Потому что мой ноутбук не потянет эту игру, только на его компьютере. Дальше из таких прикольных моментов было то, что к нам приезжал Дима. Мы провели пару денечков вместе. Получилось так, что Дима к нам завалился в гости. Наська уехала домой к своим родным. Вот, и мы отлично прям провели с Димой время. Они с Игорем играли. Мы смотрели футбольчик. Там еще ставку даже поставили. Там немного, что-то рублей 150 я поставила. Надеялись очень выиграть. В последний момент матч вообще категорически так изменился. Мы, короче, там ржали над тем, какие мы неудачливые. В общем, приезжал, да, Дима к нам. Вот, мы кушали, играли, общались. Вот, тоже вставлю вам фрагмент, как мы, по-моему, смотрели футбол. Позиции с Тубио Лука просто держать счет, как хуево ходить. Вот если бы хотя бы 3-1, то еще можно так тупо возить. А так. Короче, мы чилим. Это не влог, но это типа фрагменты из неснимающихся моментов. Вот. Что это вообще? У нас даже Дима в гостях гостит, и мы смотрим ротор. В гостях гостит. Эй, толчок был, я... Еще мы постоянно пили чаечки с всякими вкусняшками. Даже Игорь, насколько не пьет чаи, постоянно мы согревались чаями, включились. В основном мы сидели дома, но были моменты, когда нам прям надоедало уже сидеть, и мы выбирались на какую-нибудь прогулку. Вот. Так что поставляю вам наши какие-то мини-вылазки. И вот я помню, что мы ходили гулять на сторону Спартановки. Кстати, прикольно, еще погуляли, тоже вам оставлю фрагменты. Гуляем на Спартановке, здесь есть ЗАГС, и здесь люди стоят, мы думаем, может, сейчас невеста приедет. Это так всегда атмосферно. Игорь, а правда, что в этом ЗАГСе, получается, твои родители, да, расписывались? В этом? Наверное, не знаю. Ты не знаешь? Прикольный ЗАГСик такой. Прикольное здание. Может, в магазин сейчас зайдем? Да, может, там есть рыбки там.
Игорю говорю, может, там корги есть. Рыбки. Мальчик, сушить спину, да? Дурачок. Что не так красивый такие. Ой, какая синенькая. Ух ты, розовые. Видел когда-нибудь таких? Прикольные. Желтые, розовые. О, какие крошки. Привет. Смотри, какая красивая. Синенькая. Ух ты, какие клубнички. Ой, там вот оранжевая такая. Как это амфибия сладкая. Прикольная. А, вон там лазит еще одна. Где? У того вон, одна. Вон, да. Вон, да? Ой, смотри, какая красивая. Ух ты. Стауровские. Какие прикольные полосатики. Черепашки. Вау, ножки. Прикольно. А здесь кто? Привет! Ты на воде! Привет! Запах. Слушай, а тут кто? О, вон какие-то маленькие рыбки. Вон и маленькие там, блестящие. Какой у него хвост. Бедненько в стакане. Почему в стакане? Кто это? Какая-то мышка. Попугай. Вот как Руни, да? А кто тут? Ой, какие крошки. Раскусился. Это ладно. Ой, какой красивый. Вот хороший. Белая пытается вырастить. Вот этот прикольный. Нет. Не надо, Сай. Потом будет еще колоть. Ой, скид, маленький. Ой, смотри. Смотри. Нашла. Ой, какие они красивые. Мысы. Эти красивые. Нет. Смотри. Смотри. За этот дурок. Укусила? Да. Сука, сколько это злюка? Пушистик. Ой, ты что такой бешеный? Чего он так бегает? Закопалась. Ребят, господи, а это нелепая ситуация, когда мы зашли с Игорем в зоомагазин, и он засунул палец крыси в этот в клетку, и она вот цапнула. Блин, мы так как-то так не ожидали. Я вообще не ожидала, что он засунет палец, а он не ожидал, что укусит. Мы вышли оттуда. Я давай читать, ничего не будет ли, что укусит крысу. Ну, конечно, и ржачно, и страшно как-то вообще странное чувство. О, вообще, но она не сильно, она там чуть-чуть его прям там. Ну, блин, пипец. Конечно, я вообще не ожидала, что Игорь так поступит. Все время, которое мы болели, я часто играла в Sims, я до сих пор, кстати, играю, мне что-то так нравится, я построила там семью, дом, вот, так что у меня там свадьба была, и я для вас снимала.
По-моему, символично есть сметанку простоквашина и сварить простоквашину. На самом деле, я буду не сметанку, а бульончик хлебать. Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь. Ты у колбасой... Вкусно? Весли. Вкусно, Сирик? Сирик, кайфушник. У нас такой ужин больных. У меня простуда, температура, у Игоря нога болит. Мы пельмешек наварили с бульончиком. И будем смотреть «Мстителей». Сейчас смотрим серию фильмов Marvel. У нас кто-то хорошо поет руссконародную песню на улице. Так что вот такой у нас вечер. Такой фрагмент вам из наших дней, когда не снимаю. Так что приветик вам. Так, я сейчас выбралась дойти до Валберриса в магазин. Гирлянду смотрю. Стало еще класснее. Мы же больше повесили. Прикольно. Так ярко. Я забрала заказ в Валберрис. Стою сейчас такси, жду. Потому что у меня два огромных пакета с чайником и фильтром. Заказала, дома покажу. Вот, и поеду сейчас в магазин, магнит в большой, потому что я так не люблю в наших магнитах, ничего сроду нет, овощей мало, фруктов нет, кулинарии нет. Вот, и сейчас, короче, жду такси, поеду на такси в магаз. Я еще болею, поэтому влоги пока не веду, может, завтра начну, посмотрим. Сегодня даже еще не работали особо, плохо себя чувствовала. У Игоря нога болит, так что я одна. Вот, ну, в общем, стою, жду такси. Забрала два огромных пакета, такие тяжелые, еще думала в магазин сходить, а потом зайти пешком, я вообще не дотащила, наверное. Очень тяжелые пакеты. Хорошо упакованы просто. Официально внесены в Штатах. Здесь уже не принимают избрания, не принимают голосование. Их делегируют уже, так сказать, свои партийцы напрямую из Штатов. И, как правило, в Сенате обязательно условия должны быть два представителя от Штата. Соответственно, то есть это, ну, такая... Я уже приехала с магазина, купила киндеры себе. Сейчас покажу, что еще взяла. Короче, яйца, вот такую бомбочку, чтобы в молоке ее растапливать, и там маршмеллоу будут вылетать. Еще наклейка внутри. Апельсины, туалетная бумага, киндер-шоколад, картошку, кексы, ветчину, напитки себе. Вот два моих любимых. Вот такой какой-то. Откуда он, Игорь? Из Мексики. Мексики. Кокос, ананас. Так, кефир Игорю, салатики нам, чипсы, пиво, рыбка, чипсы, лимон, мыло, Игорю тушеночку, кексики. Вон там вон еще стоит, Игорь, гель от Ревин капли. И, короче, Игорь, можешь подать сюда этот? Нет. Чайник и фильтр покажу. Вот такой вот кувшин-фильтр для воды. Потому что мне не нравится вода из-под крана. И вот такой чайничек. Смотрите, какой симпатичный такой цвет. Бирюзовый. Вроде все, да? Вот, вот такие покупочки. Сейчас буду все разбирать. Ребят, так что вот такие фрагменты я наснимала. Вот такой вот вышел какой-то влог за недельку почти. Как вам такой формат? Лучше это, чем вообще ничего не снимать? Все-таки вот бегло рассказать, что было. Как вам вообще? Мне кажется, первый раз такой, что прям такой формат я выбрала.